Ну, первый тайм, скажем, получился, все шло по плану. Второй тайм, конечно, несли свои коррективы, вот именно тоже за удаление. Основная, считаю, ну, наша, допустим, ошибка. Но сегодня, как не свойственно для нас, очень много бараков в передачах. Много ошибались в центре поля. Вот из-за этого не имели то преимущество, которое мы планировали. После удаления ваша команда не совсем смогла перестроиться. Не было соблазна назад оттянуться и удерживать? Так вот это и была проблема. Мы все назад оттянулись. Вот, очень сильно прижали к своим воротам. Хотя один игрок, ну ничего страшного, можно было спокойно продолжать играть в том же ключе. Ну, почему-то, видимо, испугали, стали играть на удержание счета и пропустили.